Добрый день, с вами Катя. Ну вот что у меня творит муж. Сделал бытовку вот такую вот. Ну еще немножко не доделал, стройматериал не хватает. А что он тут творит внутри? Сделал вот такую вот под колеса штуку. Сразу столько места освободилось. Ну тут пока завалено. В общем, пытается все это окультурить. Ну, стеллажи я, которые он делал, уже показывала. Совсем. И потом удобрение, в общем, тут тоже еще. Надо стройматериал, конечно, еще покупать. Где же деньги на все взять? Полки под банки я тоже делал. В общем, вот у нас и котлы, и, в общем, то, что для дома. Делает потихонечку, ковыряется. 10 мая. Вчера он начал делать, но вставлять. Ну, дай бог, все получится. Потом еще покрасим. Вообще будет красота. На этом видео все. Пока-пока.